Ты действительно хочешь уйти? Нет? Замечательно! Оставайся с нами! Ты действительно хочешь? Нет! Замечательно! Оставайся с нами! Это детский сад маленьких червячков. Смотри, какие они симпатичные. Что-то мы тут засиделись. А тут Корней Корнеич ведет строительство. Мне одному нельзя на лифте кататься, ведь я еще маленький. Но Корней Корнеич за мной присмотрит. Привет, Кузя! А что ты тут делаешь? Да вот, тебя жду. Корней Корнеич сказал, что ты поможешь нам перенести вещи в его нору. Я с радостью. А что надо делать? Будешь брать у меня коробки с вещами и отвозить Корней Корнеичу. Только учти, ехать придется на лифте. Мы будем передавать по рации, на какой этаж ехать. А тебе надо будет нажимать на нужную кнопку лифта. Попробую. Поможешь мне? Нажмешь на кнопку нужного этажа? Лунтик, прием, вези коробку на 6-й этаж. Спасибо, Лунтик. О, Лунтик, наконец-то! Я тебя уже заждался. Лунтик, как слышно, прием. Вези коробку на 6-й этаж. И что бы я без тебя делал? Лунтик, отвези-ка это Корней Корнеичу. Лунтик, прием, вези коробку на 2-й этаж. Спасибо, Лунтик. О, Лунтик, наконец-то! Я тебя уже заждался. Лунтик, как слышно, прием. Вези вещи на 9-й этаж. И что бы я без тебя делал? Лунтик, отвези-ка это Корней Корнеичу. Лунтик, прием, вези коробку на 6-й этаж. Спасибо, Лунтик. О, Лунь!
Лунтик, наконец-то! Я тебя уже заждался! Лунтик, как слышно, прием. Вези коробку на 8-й этаж. Что бы я без тебя делал? Лунтик, отвези-ка это Корнею Корнеичу. Лунтик, прием, вези вещи на 5-й этаж. Спасибо, Лунтик. Лунтик, как слышно, прием. Вези коробку на 4-й этаж. И что бы я без тебя делал? Отвези-ка это Корнею Корнеичу. Лунтик, прием, вези коробку на 10-й этаж. Спасибо, Лунтик. Лунтик, как слышно, прием. Вези коробку на 6-й этаж. И что бы я без тебя делал? Молодец! Ты сделал еще одно задание. Выполни все, и ты получишь приз.